Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Syndicate. И начнем мы сегодня с основного задания. Планы изменились за Иви Фрай. Поиски частицы Эдема продолжаются. Скажите еще раз, какова наша цель? Среди бумаг Люси Торн я нашел письмо принца-консорта. Там тот же знак, что и на вашем ключе. Письмо 47-го года. 47-го? В том же году принц стал реконструировать Букингемский дворец. Хранилище для плащаницы. Но поскольку на карте почему-то нет подписи «Тайное хранилище»... Ваше высочество, это мисс Иви Фрай. Мисс Фрай, Махараджа Далип Синг. Это честь для меня. Генри, нужные вам планы уже забрали. Забрали? Но кто? Кроуфорд Старик. Или те, кого он нанял. Я знал, что вам знакомо это имя. Вернуть их можно, но там много охраны. С этим проблем не будет. Я так и думал. То есть вот, когда мы должны были с ним познакомиться. А там допом мы выполняли. Понятно. Нам нужен план. Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О. Ради вас, Иви. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. И встретимся в поезде. Осторожней. Ну что ж, будем действовать. Поручите Генри отвлечь внимание противника. Ага, я могу поручать ему как-то. Так, надо сначала поговорить с ним. Так, нас тут заметить-то могут вообще-то. Каков план? Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь. Угу. Вот оно чё. Так... Давай. Я пока вот это уберу. Да и ту. Я вас вижу. А вы меня? Замолкни, а не то хуже будет. Сейчас ты заткнешь. Я что-то не понял. Как-то хреново он отвлекает, если честно. Не они. Я обычно почище работаю. Прибежал просто, всех взбудоражил, там бунт подняли. Дела. Давай, гримыка. Все, на передел. Работаем. Где? А где сундук-то? Ага. Ну так быстрее, действительно. Ничего. Так, остался один сундук у нас. Ты не уйдешь на свой... Откуда она? Ха-ха-ха-ха. А это не было быстрым убийством, понятно.
Так, а где там сундук? Все-таки среди этих мужиков, походу, дело было. Не, не видно. А, здесь я могу сделать классику. Вот так вот. Пускай веселятся тут. Так, вижу. Блин, все сюда смотрит, стоит. Как он быстро-то сообразил? Ножи наши все. Вообще, считай, ножи слишком бомбами сделали. Так быстро убивают. Ну ладно. Думаю, тут будет то, что нам надо, эти документы. Нет, да видно, ладно. Все же придется спросить. Холера. Похитьте одного из тамплиеров. Здесь эта чертова девица Фрай. Так, где его искать? Где-то в этом районе. А где этот Грин? Куда он делся, наш помощник? Я его все Далипом хочу назвать, он просто тоже восточный такой. Тоже индус. Грин ему как-то не подходит имя. Похити одного. А, любого! Это несложно. Желательно, чтобы один стоял. Ну, он там вот стоит. Самое то. Клянусь вам, мисс, я не знаю, где он теперь. Что за он? Человек вроде вас. Стража его увела. Генри, украденные планы, где они? Я вправду ничего не знаю. Планы, задача. Все, найти Генри. Так, но этого мы убивать не будем, он все-таки там посотрудничал. Пускай проспится. Тем более на дворе ночь. Ну а Генри, получается, работает не супер тихо, но эффективно. Быстро. Так, что это такое? Где Генри? Конечно, он сопротивлялся. Четкие следы, оставивший их страж, был тяжелее других. Или что-то нес, а может быть кого-то? Холера. Сюда, мисс! Эй, вы же дети Клары. Мистер Генри схвачен, мы не справились. Но одного я укусил. Они были в красном экипаже. Но они рядом. Одно колесо держалось на честном слове. Вон, даже по следам видно. Так и найдете. Хм. Давайте-ка, детки, запрягайтесь, я поеду здесь.
Не хотят, заразы. От рук отбились. Ну! А, или мне надо... Окей. Снова расследование. Идите по следам кареты похитителей. У них и так колесо одно еле держится, они еще по таким ухабам ездят. Дебилы. Ну, кстати, в моем стиле ездят. Я также вожу. Блин, ракурс, конечно, сумасшедший. Туман этот, лужи и вдали Биг Бен, кареты. О-о-о! Просто с ума сойти. Ну, в принципе, и так видно. Так, тут два следа. Две кареты были. Ага. Вылетело с дороги. Они гнали во всю прыть. Бомжи уже какие-то оббирают тут все. Это нормально ехало, это далеко куда-нибудь дошло. Наверное, все-таки следует взять повозку. Одолжите-ка, сэр. Не, тоже гнали. Положено. И даже людей сбивали. Ага. И ломали имущество города. Да, я на верном пути. Дай-ка что же поломаем? Молодец. Вперед! Ну, вот красная территория слева, там они и будут. Тот самый экипаж нашла. Теперь за Генри. Насчет экипажа ничего не скажу. Но сегодня тут творились странные вещи. Шныряли всякие подозрительные типы. И все с оружием. Не к добру это, не к добру. От судьбы не уйдет. Ах ты, скотина, ломаешь мне тут спокойную игру. Выколю глаза. Не запутайся в своих юбках. Ну давайте погудим. Хорош. Убейте при помощи висящих бочек. Ага. Где здесь бочки-то? Не до бочек. Ну-ка! Прилипло. Опять прилипло! Отойди ты! Опять прилипло! Она прилипает и не дает прицелиться. Ужас какой-то. Да, когда колесо отвалилось, из экипажа кого-то вытащили. Сказали, головой ударился. Они зачем-то отправились с ним в церковь. Зараза, давай уходи скорее. Сейчас их красиво порежу. Работа мастера. И всех облутал. Сверху, зараза, еще. Где ты там?
Ладно, вне зоны доступа. Что ты мне скажешь? Ну, а инкогнито? Холера, сейчас приду за тобой. Не хочет. Да, из экипажа кого-то вытащили. Пьяного в стельку. Направились на церковный двор. Видать, он хотел поспать в тихом месте. Окей. Это кто такая? Попалась! Вот так вот. Все, хватит мирных разговоров. Воздух требует пороха. Скотина. Могу поклясться, что запирал их. Они же были закрыты. Видно, опять эти чертовы сорванцы. Так, вижу проход. Точка входа. Иви. Ага. Как же ты прекрасно спиной-то стоишь. Не знаю. Мы хорошо его шарахнули. Он вряд ли быстро очнется. От одного только плохо. Вот так. Беги, беги. Как же ты так? Совсем не профи. Заржавел в своей бумажной работе. Генри, Генри. Иви. Они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Нет. Идем. По нему сразу видно было, как он работал. Отвлекал, как в толпу вбегает. Что насчет плана? Утеряны. Думайте о том, как нам сбежать. Холера, вот бежит напролом. Я так не могу. Так, может, еще и висящие бочки где-то найду. Было бы неплохо. Наверху стрелки. Все? Наверху там где-то снайпер, да? Ну фиг бы. Одного хоть убьешь? Блин, по своим стреляю. О, ребятки. Главное, не теряйте голову. Я прикрою. Иви, я здесь и готов помочь. Только кивни. Все в порядке, мы справимся. Ну что, все?
Генри, ты меня пугаешь. Чё ты затупил? Скройтесь. А, теперь он за мной бегает. Окей, побежали. Ну. Чё-то он подтупливает. Это если мягко сказать. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят голову. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна. До встречи в поезде, мистер Грин. Разочаровалась в нем. Ложком оказался. Чертеж «Пурпурное возмездие». Пурпурного возмездия не нашел, зато нашел плащ Беладонна. Ишь ты. Ожерелье Бодицеи нужно. О, ножи можно улучшить. Походу, дело теперь в тело будет ваншотить. Круто. Дымовуху можно улучшить. Есть цвет фуксия. Фуксия голубой и бледно-зеленый. Прикольно. Сейф почти полон. Надо в поезд зайти. Кажется, письмо для Джейкоба. Может, банк положить? 4200. Так, а что мы можем улучшить? Рост доходов. Проводит законопроекты, снижающие налоги на предприятия. Это увеличит сумму, хранящуюся в сейфе вашего поезда штаба на 25%. Ну, больше ничего ценного нету. Здравствуйте, мисс. Ужасное преступление. Тайна профессора, умершего дважды. Ишь ты. Срочно сходим, Иви. Давай, прыгай. Прыгай, давай. Хорош. Так, тут перебить надо висельников. Не проблема. Так, и жахнем кому по вот этой, по этому ящику. Ах ты, зараза! Вытелила меня. Я с ней покончу. Иви взбесилась, решила всех вручную опулять. Почему двойное добивание не происходит? Я не понимаю вот это. Ладно.
Режь ее! Вот так вот, всех в одной куче. Не надо ползать, ничего делать, скрываться, по-быстрому. Грачей не освободил, ну и ладно. Хотя, как я их не освободил, мне интересно. Они по-любому свободны теперь. Ну во, посвободнее дышать стало как-то. Теперь можно и на расследование. Я слышал о тебе! Висельники, разберитесь! Линч! Ты мой ублюдок! Сбегает! Боже, помоги! Отсюда я попаду! Вон он, ублюдок! Скотина! Где мои ребята-то? Ха-ха-ха-ха! Как он раскорякает и умер! Это была красивая смерть. Что нового? Умер в раскоряке. Чё вы стоите? Холера. Так что, теперь это вся территория наша или нет? Не. Ну ладно. Быстрее! Потише. Мы на месте. Так, надо распустить свой отряд, а то мешать будет. Вот и все. Чуфень! Раскройте тайну профессора, который умер и воскрес лишь для того, чтобы снова умереть в своей гостиной. Фокен Шайт. Захватывающая история. Прямо для мира преступлений. Профессор умирает дважды. Вдвое загадочнее обычного. Продажи взлетят. Обо мне заговорит вся страна. Посмотрим, посмотрим. Что там за дело? Бинго. Их допрашивать не надо. Сначала надо тело осмотреть. Прямо в прихожей зашел и умер, да? Тело профессора Бинга. На теле видны следы жестокой схватки, на лбу глубокий порез, по-видимому, сделанный каким-то хирургическим инструментом, поскольку частично рассечена кость. Ничего себе. Тут много улик. 7 штук. Поговорим сначала с кем-нибудь. Это так ужасно. Профессора не стало всего несколько дней назад. А сегодня я услышала стук в дверь. Открываю, а там он весь в крови. Хотел что-то сказать, но упал и умер. Опять. Холера. Он повторял «Бакеса, Бакеса» снова и снова. Что это значит? По-испански, что ли? «Бакесо». «Анжелка». Эммет Бинг. Немыслимо. Он был гений. Мы еще в трауре. Его вчера похоронили в фамильном склепе. Даже похоронили, нифига себе. Его заживо похоронили? Интересно. Личное письмо. Любимый мой,
Никак не могу понять, отчего твой отец так дурно ко мне расположен. Опасаюсь, что он постарается тем или иным образом расстроить нашу помолвку. Пожалуйста, постарайся получить его заверение в том, что когда придет время, ты получишь то, что тебе причитается, вне зависимости от того, женишься ты на мне или нет. Твоя невеста Вирджиния. Ага, еще одно действующее лицо. То есть это сын его получается? И была еще невеста, которую недолюбливал профессор. Интересно. Так, сундук. Сверху, наверное. Что это такое? А, кстати, подписано. Экономка. Борьба. Посмотрим еще, что. Вирджиния, невеста. Неприязнь отца. Статуэтка. Искусно вырезанная статуэтка, судя по виду, из Африки. В статуэтке есть небольшое углубление, где можно что-то спрятать. Ну, что-то спрятано там, не? Блин, сундук так манит и манит. Письмо от коллеги. Многоуважаемый профессор Бинг, экспедиция завершилась грандиозным успехом. Мне удалось самолично лицезреть и описать несколько редких обычаев, описанных в вашей блестящей работе. В очередной раз склоняюсь перед вашим гением, профессор Сайлос. В Африку, наверное, да? То есть он был профессором по Африке. Нужно узнать об этом побольше. Ящик. Открытый деревянный ящик, доставленный из Лондона. На ящике надпись «Не вскрывать профессору Бингу собственные руки». Нужно задать еще пару вопросов. Паук или что это? Мертвый паук. Крупный паук необычного вида. Мертвый и скрючившийся. Тут не могло быть, как в Ромео и Джульетте, что типа он какой-то яд принял, типа умер, его похоронили, он восстал. Может, паук как раз тут и переносчик этого яда. Официальное письмо. Недавнее письмо профессору Бингу от его поверенного. Дорогой мистер Бинг, нет ничего проще, чем изменить текст вашего завещания таким образом, чтобы расстроить брак вашего сына с назначенной особой. Пусть в случае подобного брака юноша лишится назначенных ему ежегодных выплат. Если, как вы подозреваете, юная леди стремится выйти замуж исключительно ради денег, подобные меры существенно охладят ее страсть к вашему сыну. Об этом тоже стоит спросить. Надо эту невесту еще найти, ее допросить. Я думаю, она не последняя будет в этом деле. Паук. Паук? Лучше убрать его отсюда. Эммет их до смерти боится. Принесли несколько дней назад. В нем была статуя. Красивая. Но профессор сказал ничего особенного. Не знаю от кого. Это та фигурка африканская. Интересно. Ящик. Мой отец был известным антропологом и исследователем. Он сделал себе имя, изучая обычаи небольшой деревни в Конго. Коллеги часто присылают ему свои находки из разных стран. Конго, значит. Завещание. Сейчас мне не до завещания. Конечно, отец и моя невеста не слишком ладили, но я уверен, что позже, став одной семьей, они бы подружились. Или еще хуже, воевать начали бы. Это часто бывает. Тут мы дело сделали. У нас два новых места: университет и кладбище.
Так, возьмем кому телегу. Так, сначала университет получается. Так, где здесь вход-то? Ага. Носовой платок. Кружевной носовой платок с красной вышивкой. Расписка. Подозрительная, непримечательная расписка на 7 фунтов. Пока эти вещи мне ни о чем не говорят. Платок, расписка. Вирджиния, вот она. Неприятная особа. Судя по внешности. Бинг. Хороший человек и не бедный. Если бы он был жив и смог благословить наш с Эмметом брак... Мне жаль это слышать. Вы не знаете, успел ли он внести изменения? Вы все же узнали. Некоторые профессора покупают трупы для своих исследований. Увы, этого никак не избежать. Трупы? Семь фунтов торговля трупами. Трактат профессора Уилсона. Трактат посвящен редкому боливийскому виду пауков. В частности, утверждается, что их яд вызывает состояние, весьма напоминающее смерть. И что некоторые адские племена, используют яд в ритуале инициации, в рамках которого мальчики должны испытать символическую смерть, длящуюся 2 или 3 дня. Вот. Точно, как в Ромео и Джульетте. Только интересно, сам ли он это подстроил, или кто-то его отравил? Не, а зачем кому-то? Он бы просто его убил. Скорее всего, он знал про это. Хотел имитировать свою смерть. Нужно узнать об этом побольше. Как-то связан с этой невестой. Он хотел ее проверить, возможно. Что как она себя поведет. То есть он изменения сделал, завещание о том, что в случае женитьбы он, сын ничего не получит, когда умрет он сам. И умер как бы. И посмотреть на реакцию невесты хотел. Скорее всего, что-то типа того. Но почему-то он умер все равно. Наверное, этот самый могильщик увидел. Гулять гуляй, но за периметр не выходи. Увидел, что покойник убегает. И лопата его. Изображение паука. Изображение паука, весьма напоминающее мертвый экземпляр, найденный в доме Бинга. Примечание гласит, что яд этого редкого паука, находящегося в Боливии, обладает сильным транквилизирующим эффектом. Тоже прикольное дело. Прикольно. Доктор Уилсон. Выдающийся человек. Он написал множество трудов. Вряд ли кому-то еще удастся собрать столько знаний. Тема моей работы. Мои коллеги из Южной Америки говорят, что этот вид встречается только в боливийских Андах. Удивительный объект. Ну, Боливия — это у нас Южная Америка. К
коробочка, пустая коробочка с ярлычком, на которой написано «Арахнит Харпадектус». Но арахнит — это паук. Харпадектус, скорее всего, этот самый. Нужно узнать об этом побольше. Я просто возмущен. Редкий образец. Я изучал этот вид много лет. А несколько дней назад он сбежал из-за моей бестолковой помощницы Вирджинии. Значит, Вирджиния подстроила. Интересно. Или она хотела, чтобы документы, и как бы все увидели, что он умер, из-за этого все оформили на сына и ее, чтобы обратно уже пути не было. Может, что-то в этом ключе? Профессор Сайлос. Антропологию покинул блестящий ум. Он совершил революцию в науке. Смею надеяться продолжить его дело. Что-то у него лицо как будто металлическое, медное, натерто чем-то. Я недавно ездил в Африку, продолжал изучение племени аборигенов, обнаруженного профессором Бингом. Пока не примечательны. Книга написана Бингом. Любопытные обычаи Центральной Африки. Из книги целиком вырвана одна глава. Об этом тоже стоит спросить. Ха. Тут освещение какое-то странное. У нее тоже вот лицо блестит прям как медное. Книжный шкаф. Прекрасная подборка антропологических трудов. Многие из них написаны самим профессором Бингом. Видно, что все книги неоднократно читали. Еще какая-то улика. Стол. Подставка. Пустая подставка. В приклеенном к ней описании указано: маска народа Бакеса Шакал. Краденая маска. Книга Бинга. Которая? Мне сложно читать. Я где-то потерял очки. Хм. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.